Халантос, амигос. Че, где я тут остановился-то? На какой-то... А, в канализации, по-моему, мне... А, меня же арестовали, во. Интересно, когда уже кончится это... Когда уже кончится эта игра-то, ё-моё. Говорили, она короткая. Типа, ой, игра короткая. Где ее конец? Какая она в жопу короткая-то? Хрень какая-то. Лимбо и то в два раза короче был. Так. Наверное, подманить сначала надо. Сука! Во как! Я сразу понял, что если просто вломиться, он меня пристрелит. Скилл. Да, конечно, эту фигню проходить, это не на реализме, блин, в тундре выкатывать. Тут ни кустов, ни деревьев. Не мудрено было догадаться. О, сейчас, наверное, чекалдыкнут тут перед камерой. Душ. Что-то мне кажется, что она ни хрена не в женский душ пойдет сейчас. Зачем-то они хотели, чтобы я досмотрел эту процедуру, а куда она делась-то? Неужто они спустились здесь так быстро? Кусок свитера Стеллы. Найден секрет. Офигенный секрет. А, друзей, у нас секретов нет. Какие вздохи. Сейчас они ее дезинфицируют, наверное. Давай, пацаны. Давай, детка, мясной укол, вакцинация. О, да, сучка. Что? Она моется в джинсах? Какой отстой. Спартакус. Новый сезон. А, она еще и... Где эти-то? А? Черт. Вот прошла бы процедура и поместили бы тебя в карантин, а так, извините, не. Я смотрю по экрану, ползает эффект отпечатков пальцев таких вот между героями. Смотрите, все вот реально отпечатками замацано. Интересно, так к чему отсылка? О, в этом миссии, в этой миссии на меня еще и Стеллу повесят, наверное. Блять. А Стелла, смотрю, любит палиться. А я типа не смог бы пролезть, да? Черт, это Стелла лучше меня дорогу знает. Вот мешок говна, Стелла. Как-то какая-то странная. Он наклонился и помог ей советом. Советом помог подтянуться, ведь. Знаете, вот в жизни вы не встретите таких помощников, которые вам помогут на деле. В основном такие, блядь, авторитетные советчики в любых вопросах. Не можешь штангу выжить, придут, посоветуют, скажут, как надо выжить. Там, не знаю, из капкана не можешь вылезти, или там тонешь где-то, посоветуют, как не утонуть. И снимут на телефон твои успехи. О чем я вообще? А, ну. Тем не... А, тихо, ты чё? А, вот такой тандем, да? Я ее тащу, помогаю подтягиваться советами, она открывает мне двери. А, там какой-то этот виртухай стоит. Оттуда нельзя разбегать. А это под током херня, да? А, ну если, я думаю, главный герой подожмет свои яички и ножки, можно перелететь. О, а это не под током, да? Солдат идет. А солдат, походу, такой слепошарый, да? А что случилось? Бля, пока смотрел на этого, разглядывал этого черного солдата в черноте, блин. О боже, где чекпоинт? Ёптить. Рэндалл, она зовет его Рэндалл.
Рэнди это Рэндалл. Никогда не задумывался, кстати. Прыжок на бис. В этот раз солдафон пришел пораньше, смотрите. О. На меня на это не купишь. Я помню, что надо от стен рикошетить. На двери нету пыли. Кажется, кто-то недавно ей пользовался. Нифига такой детектив вообще. Вот это я понимаю, охранник 80-го левела знает свое дело. Вот что значит работать в охране с высшим образованием. Проверьте электрогенератор. Кажется, этой дверью кто-то пользовался. Нормальные охранники, что такое электрогенератор, знают только по кроссвордам. А этот такой прям определил, короче. Когда его трогали, когда не трогали. Ага, стемнело. Ну, круто. А у солдатов там фонарики. Там у каждого, сука, на ружье фонарик, я видел. У всех были фонари. А, ну вот. Я думал, просто мы в темноте еще прокрадемся. А, они выключили свет, короче. Отключили электрограду, и зомби пришли в это время. Я думал, что зомби идут наоборот, на свет. То есть, как бы... Интересно, что... Вообще забор все-таки рухнул под давлением зомби. Да ёб твою мать. Солдат почему-то не стал стрелять. Наверное, он наслушался группу ДДТ. Не стреляй, воробьев, не стреляй, голубей. Не стреляй, воробьев, не стреляй, зомбарей. Не стреляй просто так из винтовки своей. Эй, малыш, не стреляй по бомжам, которые тут бегают. И не хвастай другим, как сука, умри. Это как на Денди уже, знаете, одним выстрелом убивать. Главный герой должен... Да какого хуя? Да что... Бля, мне кажется, мой герой умирает от сердечного приступа. Я не вижу, почему он падает. Ебань Клаус. Старый хрен. Оу. О, а вы слышите, какие звуки она издает? Рэндалл, я не могу залезть. Залезть ли, дорогая? А, мне надо перелезть. Хоп, хоп. Как бы их обыскать? Я уверен, у них есть патроны, пушки нормальные. Главного героя должны звать не Рэндалл, его должны звать Клинт. Да-да, тот самый Клинт, который Иствуд. О, вау. Такие задачки я уже видел. Нифига она щеманулась. Как она точно с разгоном подгадала, блин. Хули Рэндалл. Открывай, дура, тут стреляют вообще-то. Открывай, тут сквозняк меня продует. О, батюшки. Да, еще два патрона. Давай оставим здесь весь мой арсенал. Из рогатки потом отбиваться будем. Не подходи, не подходи. Ну, пожалуйста, хоть один патрон. Ай, блядь, я не поверил своим глазам, твою мать. Она с той стороны осталась или что? Куда она делась-то? Ты куда это тут? Свои губёжки тянешь. Ух, маму делал. А что это такое? Блять. Ну, конечно, это стоило того, чтобы потратить патрон. Мы узнали, кто такая Упиктон. Да еб твою мать. Дай, а. Что же вы, блядь, руки-то свои, сука, не убираете? Не моете, блядь. Чё вы не моете свои, сука, руки?
Врагу не сдается наш гордый варяг, сука. Паш. А, все, патроны кончились. Сука, я в рукопашную буду отбиваться. Мочите меня, я вижу, что надо делать. Но я, сука, не сказал, что я вам сдамся, ёб твою мать. Но я должен попасть в Вальгалу. Этот зомби реально обморок, смотрите, он стоит в недосягаемости. Один одноглазый, надеюсь, не заметит. Так, значит, надо завалить вход. Стелла в это время позорно сваливает. Да, таков план. Оп. Соси ноги. Оп. И снова здравствуйте. Пошла в жопу дрянь. А что я сделал не так? А, не разогнался. Опачки, опачки. А почему, когда я вхожу, Стелла постоянно сидит, блядь, на коленях? Давай, поднажми, детка. О. Блядь, да. Тут не сэкономишь. Тогда, я не знаю, пинай их, что ли. О, блин. Да развернись, долбоёб! Что нахуй сделать-то надо? А, очень. Да. Такие двери топором нельзя, только с разгона можно. Горбами разломать. Стальными горбами. Сука, рюкзаком натертыми. Ни хрена, она себе уже ружьем пощелкать успела. Он был канадским полицейским или мне показалось? О, а вот и ходячие мертвецы. Рик пришел домой. Сейчас где-то половина телки по газону будет ползать. Бонзай. Как дверь-то закрыть? Закрывай дверь, ублюдок! Пошел нахрен, чтоб ты сдох. Эй! А, тут надо постучаться, мы же у себя дома, мы не можем двери ломать. Отойдите, мужики, мужики, помогите дверь открыть. О! Спасибо. И? Это же дробовик, поставьте головы рядом. А, так он свою семью убил. Choose to be strong for Carla. Choose to be strong for Sam. For Ben. Choose to fight, Stella, no matter what. Choose to live. Ебать, там и яхта нашлась. I should have died with you that day, my daughter. But I didn't. I couldn't bear it. I put it out of my mind, like it never happened. Bury the memory so deep, even I couldn't find it. I made a different choice this time, Shannon. A choice I can live with. I'm ready. Motherfuckers. Все, он отдался толпе зомби за каким-то хреном. Вместо того, чтобы помочь той тёлке вообще
я сомневаюсь, что эта баба умеет веслами гребсти. Он такое ощущение, что всю игру искал возможность пожертвовать собой и наконец нашел ее. А баба реально яхту нашла, ёб твою мать. Только в воду грохнулась, опа, яхта чья-то. Ха, пойду поплаваю под парусом. Та-та-та-та-та-та. Поднять фок, штиль, шкипер, натянуть эту. Фок рею на грот мачту, полный бак, хе-хе, вперед. Я представляю просто, баба одна, блядь, на яхте. Сука, я не знаю, это... Это будет интереснее, пожалуй, чем даже парковка задом, блядь. Параллельная нахрен. Так, понятно, что-то в игре решили, игру решили необычно закончить. Вот почему-то все, по-моему, платформеры, они заканчиваются как-то сильно обычно или какой-нибудь такой фигней, что вроде нихера еще непонятно, но кажется, что такая мощь, блядь, в этой концовке. Просто вообще весь смысл просто клином, блядь, сошелся в концовку Лимба. Чё там эта девочка, куда они пошли? Тут тоже, видите, такая в конце небольшая типа драма. 2 килограмма, вот, соплей. Так что, ну, неплохо так, только долговато, на мой взгляд. Как не любитель платформеров, уже с трудом доигрывал, уже раз в неделю играл в эту фигню, короче. Ну, сука, сделал все эти загадочки. Так что, короче, все, что-то жмите, что-то пишите, пойду игру сносить, а то совсем места нет.